Привет всем! С вами Маргарита Карасик, и вы на канале Маги Майндсет. Начался летний сезон, и в основном в приоритете прохладительные и холодные напитки. Но поклонники кофе, я думаю, не откажутся от своего любимого напитка. В этом видео я вам расскажу, как приготовить латте без кофемашины в домашних условиях. Ну что ж, чтобы не терять времени, давайте приступим. Для приготовления латте нам понадобится 100 мл молока, 1 чашка эспрессо, а также нам обязательно понадобится френч-пресс. Для начала разогреть молоко до 60 градусов. Молоко должно быть горячим. Чем горячее молоко, тем лучше оно взобьется. Перелить горячее молоко во френч-пресс и начать быстро взбивать. Для начала опуская рукоятку до упора, а затем для вспенивания молока не опускать рукоятку до самого упора, а занять центральное положение посередине. Перелить вспененное молоко в стакан для латте и дать немножко постоять для отслоения пены от молока. Аккуратно, тонкой струйкой, по центру влить эспрессо. А теперь можно наслаждаться вашим любимым кофейным напитком.